Вітаємо вас, друзі! В ефірі програма «Це вас хвилює» в студії Нелі Толмач. Сьогодні у котрий раз ми піднімаємо проблеми, пов'язані у сфері юрисдикції. І, зокрема, зупинимось на темі новацій у застосуванні реєстраторів розрахункових операцій. Приводом для обговорення є нововведення у законодавстві. Законом України від 28 грудня 2014 року внесені зміни до Податкового кодексу України і, зокрема, до Закону України від 6 червня 1995 року про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, якими з 1 січня 2015 року встановлені нові правила застосування розрахункових оцих обладнань для платників єдиного податку. Про нововведення у цій темі сьогодні подився розповісти начальник Державної податкової інспекції у Заводському районі міста Миколаєва, головного управління Міністерства доходів Миколаївської області Юрій Степанець. Юрію Борисовичу, доброго дня, дякую, добрий що ви день. Сьогодні з нами. Для початку давайте пояснимо, у чому суть, що таке ось безпосередньо реєстратори розрахункових операцій. Ну, те, кто их использует, эти регистраторы расчетных операций, это у нас предприятия в основном торговли, общественного питания, услуг, а также предприниматели, которые находятся на общей системе налогообложения, они уже давно знают, что это такое. Если смотреть в более узком понятии, это кассовый аппарат, как мы привыкли, да, кассовый аппарат – это одно из понятий, что такое регистратор расчетных операций. Если более широко смотреть, то к регистраторам расчетных операций относятся также таксометры, которые используются в такси у нас, те же паркоматы, через которые производится оплата за парковку, торговые аппараты, которых можно также оплатить там, наличными, либо карточкой там, какой-то товар купить. То есть это более такое широкое понятие, что такое регистратор расчетных операций. Это те механизмы электронные и средства, через которые проходят либо наличные, либо безналичные средства, и которые контролируют у нас оборот наличности. Там. И также эти аппараты у нас, так скажем, регистратор расчетных операций у нас предусматривают обязательную выдачу потребителю на руки расчетного документа. Чек тот самый, да? Ну, либо это кассовый чек, если мы говорим о кассовом аппарате, либо это будет какая-то квитанция, либо мы говорим о других каких-то там регистраторах расчетных операций. То есть расчетный документ должен быть выдан на руку потребителя, на руки потребителей для защиты их прав как потребителей. Спасибо большое. В первую очередь давайте остановимся на плательщикам, кто именно теперь в обязательном порядке должен применять регистраторы расчетных операций. Ну, как я уже сказал, я останавливался на этом, что у нас есть ряд категорий налогоплательщиков, которые уже давно используют эти регистраторы расчетных операций. Сейчас у нас внесли изменения в новый кодекс, и вводится ряд новшеств. Если раньше у нас плательщики единого налога, предприниматели, были освобождены от применения регистраторов расчетных операций, то с 1 июля 2015 года те предприниматели, которые работают на третьей группе, должны будут применять регистраторы расчетных операций. И с 1 января 2016 года те предприниматели, которые работают на второй группе, должны будут также применять регистраторы расчетных операций. А вот изменились ли в 2015 году непосредственно требования для субъектов хозяйствования, которые применяют эти самые регистраторы расчетных операций? Ну, это на том, что мы остановились. Вот как раз нововведение, что вот субъекты хозяйствования, физические лица предпринимателей третьей и второй группы будут обязаны применять регистраторы расчетных операций. Если, вот, например, мы остановимся на таких Z-отчетах, если в течение дня не было продажи товаров, нужно ли предпринимателям печатать вот эти отчеты? Нет, предпринимателям не надо печатать отчеты, если не было в течение дня продаж через регистратор расчетных операций. Раньше это было необходимо, сейчас отменили, действительно, бесполезная функция печатать нулевой отчет и подклеивать ее в там, книгу учета расчетных операций. Поэтому законодатель пересмотрел эту норму, там, и сейчас печатать не надо, если не было никаких расчетных операций. Также не было вноса наличных денег, либо там, изъятия наличных денег там, из
того же магазина, либо там киоска, там, то распечатывать Z-отчет не надо. Не обязательно, да? И вот в законе говорится об ограничении проведения проверок предпринимателей, которые начали применять расчетные операции. И действительно ли предприниматели могут не волноваться по проверкам, в частности, относительно регистрации расчетных операций? Да, законодательством у нас предусмотрено, что те предприниматели, которые зарегистрируют регистраторы расчетных операций, до 1 июля 2015 года будут освобождены до 2017 года от проведения проверок. Поэтому, пользуясь случаем, обращаю внимание наших предпринимателей, плательщиков налогов, которые на третьей и второй группе, что воспользуйтесь таким правом своим, зарегистрируйте аппарат до 1 июля 2015 года, и вы будете освобождены от проверок в сфере наличного обращения. Угу. А необходимо отныне использовать кассовые аппараты при продаже товаров через интернет? Потому что сегодня это очень распространенный вид проведения операций. Очень многие купля-продажа производятся. Как вот в этой ситуации быть? Также, да, законодатель предусмотрел, что действительно мы же на месте не стоим. Очень развита сейчас у нас интернет-торговля. При интернет-торговле также обязаны применять регистраторы расчетных операций. То есть у нас регистратор расчетных операций, не обязательно он проводит операции по наличному обращению. Сейчас же очень много рассчитывается карточками, да, допустим, либо вот через банк. То есть в этом случае также предусмотрено применение регистратора расчетных операций. Это в первую очередь и даст контроль над наличным обращением в стране, и во вторую очередь защитит, естественно, права потребителя, если он получит некачественный товар, чтобы у него был расчетный документ на руках, с которым он может обратиться ту же инспекцию по защите прав потребителя, защитить свои права. То есть это будет доказательный документ, что действительно товар приобрел и потратил такую-то сумму денег на этот товар либо услугу. Угу. А предусмотрено ли применение регистраторов расчетных операций физическими лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность? Потому что сегодня это тоже имеет место быть, это новшество, нововведение, которое есть в жизни у нас. Ну, скажем так, что в принципе на сегодняшний день применение регистраторов расчетных операций у нас, как я сказал, для одной категории там, с 1 июля 2015 года, для второй категории с 1 января 2016 года будет обязательно везде. То есть, ну, не секрет, что у нас сегодня большая масса наличности крутится в теневом обороте, так скажем. И чтобы действительно там взять под контроль обращение наличности в стране, защитить, как я уже говорил, те же права потребителей наших, то есть регистраторы расчетных операций будут применяться во всех практических сферах. Есть у нас ряд плательщиков, которые освобождены и будут освобождены от регистратора расчетных операций. Это прежде всего касается предпринимателей физлиц, которые работают на первой группе. Это те, которые торгуют на рынке, не имеют наемных работников, у которых валовый доход за год не превышает 300 тысяч гривен. То есть эта категория лиц будет освобождена, как и была освобождена, так и останется освобождена от применения регистратора. Мелкий бизнес, да, мелкий бизнес. Также мелкорозничная сеть, передвижная, так скажем, где нет возможности, допустим, подключиться стационарно там, к блоку питания, нет электричества, то есть эта сеть также будет освобождена, как она и была освобождена, от применения регистраторов расчетных операций. То есть законодатель сохранил там ряд льгот там именно за мелким бизнесом, который может проводить расчеты без применения регистраторов расчетных операций. А кто относится ко второй и третьей группе? Третья группа – это у нас субъекты хозяйствования, у которых валовый доход за год не превышает 20 миллионов гривен. Это группа субъектов хозяйствования. Вторая группа – это та группа, у которых валовый доход за год не превышает 1,5 миллиона гривен. Но у второй группы есть еще одно ограничение. У второй группы предприниматель на второй группе не может иметь больше 10 наемных работников. То есть, если у него, либо он сам работает, либо у него до 10 наемных работников, валов доход до 1,5 миллионов гривен в год, он может работать на второй группе. Если же у него оборот свыше, но до 20 миллионов, либо больше работников, он может быть на третьей группе. Понятно. И еще одно маленькое ограничение для второй группы. Данная группа не имеет права работать у нас с юридическими лицами. Угу. Это сделано для того, чтобы юридические лица, плательщики налогов, не выводили в тень через единщиков, предпринимателей свои доходы.
Юрий Борисович, сейчас вот я хочу задать один из самых главных вопросов нашего эфира. Какие документы нужно подать для регистрации расчетных операций? Ну, для регистратора расчетных операций в налоговую инспекцию, в каждой налоговой инспекции у нас есть центры сервисного обслуживания налогоплательщиков, подается заявление по определенной форме, заявление можно будет получить в этом центре, заполнить заявление, подать на применение регистратора расчетных операций. В то же время необходимо приобрести сам же регистратор расчетных операций. И этот регистратор расчетных операций обычно у нас реализуется через центры обслуживания этих регистраторов. Сервисные центры, так назовем их, обслуживания регистратора расчетных операций. При приобретении, естественно, ему дадут документ, что он приобрел, что это право собственности. Либо он возьмет в аренду, это будет договор аренды, регистратор расчетных операций. И также ему выдадут там документ, который документирует резервирование фискального номера данного регистратора. Вот эти документы также надо будет предоставить в сервисный центр обслуживания плательщиков для регистрации налоговой инспекции. И плюс необходимо будет предоставить документ, который определяет право субъекта хозяйствования на его объект. Магазин, либо это будет там, какая-то площадка там, торговая, либо это будет какой-то там пункт оказания услуг, там, ремонтная мастерская, либо. То есть должен быть документ, что он имеет право собственности на этот объект, либо он его арендует, этот объект. То есть документ, который проустанавливает, как этот субъект хозяйства владеет этим объектом. Все эти документы предоставляются, как я сказал, в сервисные центры обслуживания плательщиков налоговой инспекции по месту регистрации субъекта хозяйствования. Там регистрируется регистратор расчетных операций, выдаются документы его регистрации. А каков порядок применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога, которые осуществляют расчеты через счета в банковских учреждениях? Как я уже сказал, вот в связи с нововведениями через банк, если будут производить расчеты, то есть человек вносит в банк деньги для перевода там на другой счет там, субъекту хозяйства. То есть уже в банке ему должны будут выдать расчетный документ. То есть банк уже тоже будет применять регистратор расчетных операций и будет выдавать документ на руки этому человеку, который оплачивает либо товар, либо услугу. Там он будет иметь на руках уже документ произведения оплаты, да, за товар, либо услугу. А имеют ли право субъекты хозяйствования с 1 января 2015 года использовать регистраторы, которые создают контрольную ленту исключительно в печатном виде? Надо немножко мы расширим этот вопрос. У нас регистраторы расчетных операций, которые применяются на Украине, допустим, перечень этих регистраторов, которые можно применять на Украине, определяется перечнем, который утверждается Кабинетом министров. Этот перечень регистраторов расчетных операций, которые можно применять на Украине, там публикуется на сайте Государственной фискальной службы. Есть специальный раздел по этим регистраторам. Перечень этих регистраторов есть. Так вот, у нас в этом году регистрируются только те регистраторы, которые могут в электронном виде каждый расчетный документ регистрировать и отправлять там на центральный сайт, там, допустим, Государственной фискальной службы для контроля, как работает этот регистратор. До этого регистраторы у нас не было таких функций, то есть разрешали применять более простые регистраторы. Предприниматели просто отправляли сам отчет о проведенных операциях за целый день. Сейчас будет отправляться каждый чек в электронном виде. Так вот, те старые регистраторы, которые не имеют этой функции в электронном виде отправки этих расчетных документов, там, каждого расчетного документа, разрешено применять до конца года. То есть до конца года они могут их применять, распечатывать эту контрольную ленту, там, естественно, отправлять их там, посредством электронной связи, там, налоговой инспекции для контроля за работой регистратора расчетных операций. С этого года у нас регистрируются только уже те регистраторы, которые там имеют модем соответствующий, которые каждый документ расчетный, который будет набираться на этом регистраторе, будет отправляться и архивироваться там в центральной базе данных. Понятно. А скажите, пожалуйста, вот, например, предприятия-плательщики единого налога четвертой группы реализуют продукцию собственного производства и одновременно оказывают услуги. Или такое предприятие может ли проводить эти операции через регистратор расчетных операций, в принципе? Значит, законодатель предусмотрел, допустим, если есть у нас производство какое-то,
и есть продукты этого производства, которые реализуются этим предприятием, то возможно не применять регистратор расчетных операций, но реализация этой продукции собственного производства должна осуществляться через кассы предприятий. То есть должна быть соответственно выписана квитанция приходная, что приняли какие-то деньги от кого-то, выдана эта квитанция на руки гражданину, который покупает либо услугу, либо там продукцию этого предприятия. И, соответственно, эта квитанция должна быть, и эта наличность записана будет в кассовой книге предприятия. То есть таким образом происходит оприходование наличности на предприятие. Это мы говорим о продукции собственного производства. Что касается услуг, если предприятие еще оказывает услуги, то в этом случае же надо применять регистратор расчетных операций. Если, например, не применяется регистратор расчетных операций, какая здесь вот ситуация, какая форма наказания? У нас, как и везде, за любое нарушение законодательства предусмотрена какая-то там норма наказания. В данном случае, именно по применению регистратора расчетных операций, первое нарушение, как нас посчитал законодатель, должно наказываться так, номинально, то есть штраф 1 гривна. Вот вышли на проверку, допустим, предприятие, либо предприниматель, не пробили кассовый чек, либо нет этого регистратора расчетных операций, первый раз на 1 гривну штрафовали, то есть это в виде предупреждения, можно так сказать. Но второй раз, когда уже выйдут на проверку в течение этого года, если опять будут нарушения в сфере наличного обращения, то уже будет штрафная санкция очень жесткая, пятикратный размер. То есть, допустим, не пробил ты там на 1000 гривен там, какую-то там услугу, либо товар, и штраф будет 5000 гривен там. Ну, я считаю, что лояльно законодатель поступил в данном случае, что первый раз в виде как предупреждение 1 гривна, а второй раз уже будет более жесткое наказание за это. Ну, обратить внимание стоит все-таки, конечно, на предупреждение. Да, если мы говорим, вот, например, осуществляется опломбирование регистраторов расчетных операций, и нужно ли предоставлять копию справки об опломбировании в орган государственной фискальной службы? Потому что это тоже определенный уровень контроля. Да, при регистрации регистратора расчетных операций в сервисном центре, когда будет резервировать фискальный номер, потом будет переводить регистратор в фискальный режим, сервисный центр обязан будет опломбировать данный аппарат. Сервисный центр заполняет два формуляра. Один формуляр справка об опломбировании выдается плательщику налогов на руки, который он хранит на объекте, где производит он торговлю, либо оказывает услуги. Второй экземпляр остается в сервисном центре. Налоговую инспекцию необходимо будет предоставить копию справки об опломбировании регистратора расчетных операций, чтобы мы знали, что да, данный регистратор опломбирован, данный регистратор переведен в фискальный режим и может нормально работать в рамках законодательства. Понятно. А вот указывается ли на кассовом чеке адрес подразделения и установленные требования относительно обязательного указания в таком чеке реквизита резервный в случае применения резервного регистратора расчетных операций? Ну, это у нас такой специфический вопрос уже, который касается не общего круга, да, наших телезрителей. Но, тем не менее, да, это как под вопросом все-таки есть, имеет, да, место такой, быть. И в кассовом чеке, да, указываются все реквизиты предприятия, где расположен. Если ломается у нас регистратор расчетных операций, бывают, да, такие моменты, что сломался, надо сдать ремонт. Естественно, торговля не останавливается, либо оказание услуг проходит дальше. Могут применять на момент поломки регистратора расчетных операций, либо свет отключился, допустим. Расчетные квитанции, это дополнение идет к регистраторам расчетных операций, которые там учитываются в книге учета расчетных операций. Могут также действительно зарегистрировать предприятие, либо предприниматель, резервный регистратор расчетных операций. Указывать в чеке, что он резервный, не надо. Естественно, единственное, надо указать название предприятия субъекта, который владеет этим, этим регистратором. Естественно, его надо зарегистрировать. Уже когда в документы о регистрации, там будет внесено, допустим, если, ну, возьмем, допустим, у предпринимателя сеть магазинов, там 5 магазинов. У него в каждом магазине стоит там по кассовому аппарату, да? Это, как мы говорили, уже вид регистратора расчетных операций. И он решил, что ему надо резервный аппарат, вдруг в каком-то магазине сломается аппарат, чтобы не останавливать торговлю. Он его регистрирует обязательно. И в документах он может указать все вот эти 5 магазинов, где он их может использовать. Естественно, где-то сломался у него там аппарат кассовый, он берет резервный, везет в тот магазин, ставит его и работает на этом аппарате. То есть в чеке будет указано, это надо указать обязательно название субъекта хозяйствования там.
А то, что он резервный, это не обязательно указывать. Понятно. А нужно ли коммунальному предприятию применять регистратор расчетных операций? Да, также и коммунальным предприятиям нам тоже необходимо будет применять регистратор расчетных операций. Если раньше эти операции производились через кассу коммунального предприятия, как я говорил, с оформлением приходных ордеров, то уже с 1 июля 2015 года им надо будет применять регистраторы расчетных операций. До этого они были, у них была, как бы так скажем, льгота, переходный период, когда им дали еще момент поработать через кассы предприятия, чтобы они успели приобрести регистратор расчетных операций. И все коммунальные платежи, которые мы там, допустим, носим, ну, в городе это не так распространено. Мы же не ходим на водоканал платить там, ну, либо да. там. Мы обычно платим через Сберкассу, либо там через отделение банка. Там нам выдают, естественно, документы, чтобы платить. Либо в книжках расчетных там отмечаются, отметки банка стоят об оплате. Но есть рядом, допустим, ну, там, тот же там Первомайский, насколько я знаю, там, некоторое время исполнял обязанность начальника инспекции, там водоканал ходил по домам, собирал деньги там за свои услуги. Там. Вот в этом случае надо будет применять уже регистратор расчетных операций. То есть они должны обязательно выдать будет расчетный документ в виде кассового чека потребителю на руки, что он оплатил их услугу, там, и за это получил уже на руки расчетный документ. А Юрий Борисович, вот из вашей практики личной, с какими проблемами сталкивается человек вот в этом вопросе, если вот сейчас, вот заканчивая нашу беседу, все-таки сделать акценты, на чем, собственно говоря, надо особое внимание, на что надо уделить? Я хочу сказать так, что поскольку мы все, мы же выбрали уже европейский курс, вот, да. Если кто-то был за границей, он прекрасно видел, что везде, если ты где-то что-то заходишь, покупаешь, тебе выдают на руки обязательно расчетный документ. Чек. Да, чек. Это как защищает права самих потребителей, так позволяет контролировать наличность. И что немаловажно, вот, я часто беседую с предпринимателями по поводу неоформления на наемных работников. Вот и слышу от них жалобы. Ну как я буду оформлять, вот у меня две недели проработал, проворовался там. Типичная ситуация. Ну, если мы обратимся вообще к истории создания этого кассового аппарата, который там в Америке там, в 1900 году там, был создан, придуман. Создавал его хозяин магазина для контроля за своими продавцами, чтобы продавцы не поставляли свой товар там, и он контролировал таким образом. Это, ну, то есть предприниматели должны понимать, что это так же самое средство контроля за вашими наемными работниками, там, чтобы действительно они свой товар там, не подставляли, не продавали его, потом не страдал сам предприниматель от этого. Я понимаю, что возмущение многих налогоплательщиков, да, очень долгое время они были освобождены от применения регистратора расчетных операций. И будем смотреть на вещи, действительно, там, как оно есть, это довольно-таки недешевая вещь. Сколько стоит в среднем? Ну, какова цена? В среднем регистратор расчетных операций с модемом стоит там, 6-7 тысяч, там, может и дороже будет, там, смотря там, какие сферы применения там, и какие возможности надо для, допустим, субъекта хозяйственного, чтобы этот аппарат кассовый отражал. Там. Поэтому это довольно-таки, да, недешевая вещь, там, ну... Возможно, если массово люди, как положено, все перейдут на регистратор расчетных операций, будут заказывать, возможно, он удешевится. На сегодняшний день производитель выпускает их единицами, эти регистраторы расчетных операций. Естественно, если чем меньше выпускаешь, тем дороже себестоимость продукции. Да, когда будут массовые заказы, то, естественно, там пойдут оптовые какие-то поставки комплектующих на эти регистраторы расчетных операций. Там. Естественно, может, он и дешевле будет, как-то на линию поставит производство, вот он будет дешевле в производстве, дешевле, естественно, в реализации. Я вот для примера скажу, вот в Заводском районе в нашем почти 1500 плательщиков на третьей группе находится. То есть вот 1500 плательщиков должны будут зарегистрировать регистратор расчетных операций до 1 июля. И 2300 плательщиков, 2300 человек, это на третьей, на второй группе, которые с 1 июля должны будут, ой, с 1 января, прошу прощения, зарегистрировать эти аппараты до 1 января. То есть немалое количество все-таки плательщиков, а по Украине это миллионы. Конечно. Да. Вы знаете, сегодня прозвучало очень много важной информации. Я думаю, что мы достигли цели, и тем людям, которая она важна, эта информация, а сегодня, в принципе, каждый из нас и в роли продавца, и в роли покупателя заинтересован в том, чтобы ситуация была под контролем, потому что вот этот как раз чек, он и дает хоть какое-то ощущение того, что ты можешь добиться чего-то впоследствии, если там что-то, какие-то спорные вопросы возникают. Вот. Я думаю, что много ответов
ответов на возникающие вопросы сегодня услышали наши зрители. Спасибо большое вам за это. Если еще минута у нас времени, я хочу обратиться ко всем налогоплательщикам, независимо, либо это субъект хозяйственный, который оказывает услуги, продает товары, либо это потребитель, который покупает эти товары, либо услуги. По всем вопросам можно обращаться у нас в сервисные центры обслуживания налогоплательщиков. Вам дадут бесплатную консультацию по всем вопросам, которые вас интересуют. То есть не бойтесь, обращайтесь, вам все расскажут, все покажут, все объяснят. Где находятся эти сервисные центры? В каждой налоговой инспекции находится сервисный центр обслуживания налогоплательщиков. То есть по месту жительства человек пришел, получил любую консультацию на интересующий его вопрос. Спасибо большое, Юрий Борисович. Спасибо вам. Ждем вас в следующий раз с очередной очень важной информацией для предпринимателей и для широкого круга населения. Спасибо большое. Спасибо. Шановні друзі, я хочу нагадати, що на наші з вами запитання відповідав начальник Державної податкової інспекції в Заводському районі міста Миколаєва, Головне управління Міністерства доходів Миколаївської області Юрій Степанець. Я, Нелі Толмач, дякую всім за увагу і до наступної зустрічі в ефірі.